Кандидатуру Сергея Воропанова на пост мэра Вологды поддержали предприниматели областной столицы. По словам представителей Союза промышленников и предпринимателей, начав работать в городской администрации, Сергей Воропанов наладил плотное взаимодействие с бизнесом города. Он побывал на многих предприятиях, помогая решать накопившиеся проблемы, способствовал развитию целого ряда проектов, полезных для экономики Вологды. Когда Сергей Александрович стал первым заместителем мэра города, он также погружался в наши проблемы, курировал нас. И прежде всего это тот человек, который мы всегда встречались с ним. Это и общественные мероприятия. Мы могли лично к нему прийти, всегда задать вопрос, который нас интересует, который интересует наших членов нашего союза. Мы считаем, что для города было бы здорово, это будет хорошо, если будет такой руководитель. И также наша совместная работа, она продолжится на таком же уровне. Также кандидатуру Сергея Воропанова поддержал губернатор области Олег Кувшинников и глава Вологды Юрий Сапожников, общественный совет Вологды и почетные граждане областной столицы. Напомним, сейчас в списке претендентов на пост мэра Вологды 3 человека – Сергей Воропанов, Иван Свящев и Ольга Ширикова. Каждый представил необходимые документы и программу развития города. Их рассматривает специальная комиссия, сформированная на паритетных началах правительством области и городским парламентом. 22 ноября на заседании члены комиссии заслушают всех претендентов и определят не менее 2 кандидатур, которые будут вынесены на рассмотрение депутатов Вологодской городской думы. 23 ноября парламентарии голосованием определят, кто станет новым мэром Вологды. Ангелина Евстафеева, Михаил Протасов, Вологда РФ.